Всем приятной жизни, это Шашлык, и мы продолжаем играть в Kingdom Rush Frontiers. Так, можно героя прокачать, но я думаю, вот этого вот... Хотя это фигня, на самом деле мы лучше Бестмастера прокачаем. И Regeneration, вот, чтобы он быстрее хилился. Нормально. Так, апгрейд. Ну, апгрейдим мы вот этих, которыми я особо не пользуюсь, но все равно их заапгрейжу. Так, ну поехали на обычном тогда, наверное, на обычном пройдем 10 левел. Вот. Так. О, Battle Mecha, это 4 уровень, вот такая вот артиллерия открыта. А вот это интересно, кстати, будет. Хочу вначале ее просто испытать. 375, 20. Ну, бьет она так же, только у этой very slow, а у этой very fast. А ну-ка, давайте-ка испытаем меху. Меха. Ну, она ходит, слушайте. Так, 300, 250. Сейчас посмотрим, как она... А, не, ну прикольно, меха. Так, ну... У нее рейндж поменьше. Надо ей рейнджу прокачать. Не, ну так она дымажит на самом деле быстрее. Мне кажется, это... Ну, выгоднее все-таки. Куда ты стреляешь? Куда она стреляет? Не, фигня. Не, ну мы, понятное дело, что так не пройдем. Я вот на самом деле... Сомневаюсь, что брать ее или не брать, эту меху. Не, наверное, все-таки. Ну, фиг знает. Ладно, сейчас мы ее возьмем все-таки и посмотрим. Ладненько, в любом случае, вот тут у нас будут лукари. Вот тут у нас точно будет вот эта штука. Блин, ну вот эти надо очищать. Дайте, наверное, лукарей. Здесь я еще вот такую штуку поставлю. А здесь тоже лукарей. Так, ну и поехали грейдить лукарей. Так, все, понеслась волна. The hunt is on. Big guy coming through. Big guy coming through. Заплевали мне одного карабаську моего. Ну ладно, не суть. Так, тут ставим второй апгрейд этим. Чтобы повеселее было, поставим следующий левел, вызовем. Не знаю, вот тут вот тоже лукаря можно, и вот здесь сейчас поставлю, чтобы оно дымаг был. Ну и все, я думаю, остальные нычки нет смысла открывать. Сейчас мы их поднимем. Да. Ну, каких вот тут вот отсюда идут серьезные противники. Так, давай поехали в следующую линию. Freedom! Archers ready. Не, кстати, этот герой, я должен сказать, на самом деле довольно-таки неплох. Ты куда пошел? Да ну твою мать, один пробежал, скотина. Так, сейчас 220 соберем вторую. Блин, вот эти бесят. Которые пробегают.
которые типа под щитами. Так, ну ладно. Нормалек. Не, ну это лажа, ребята. Это лажа, что у нас так много проехало. Ля, он... Он скинул эту в лаву, типа жертвоприношения. Так, рестарт. Мне кажется, здесь вообще не нужны вот эти вот бомбарды. Несмотря на то, что нам их дают в этом уровне. А ну-ка, давайте в количество. Мне кажется, тут очень хорошо заедет Full Archer этот. Поле полностью лучников. Вот мне кажется, вот так вот самый оптимальный вариант. И вообще не надо париться ни с чем. А те, кто будут сюда доходить, тех, собственно, будет герой принимать. Чисто лучниками попробуем пройти. Можно их, кстати, тормозить инфорсом. Так, вот тут тоже снимаем. Сейчас поставим арчеров. Давайте следующую волну, чтобы повеселее. Тоже ставим арчеров. Вот, я думаю... Ну, я, конечно, не знаю, но мне кажется, мы должны так победить. Вроде как хорошо идет. Так, ладно, давайте вот эти угловые башни в первую очередь будем апать. Так, нормально, нормально, нормально. Просто тут они идут такими какими-то колоннами, которые, ну, сам Бог велел обстреливать лучниками. Поэтому... Поэтому я как бы не буду особо... Ля, у этого, смотрите его, как тяжело пробивают эти лучники. А чё это он такой жесткий? А, нифига. Но он, кстати, сам слабо довольно-таки бьет. Нормально, нормально. Блин, ты видишь, у тебя прорыв, твою мать. Так, давай, давай, давай. Так, ладно, арчеров пока грейдим. Отлично. Это он типа жертвоприношение принес и фонтан стал стрелять по моим? Ну, ради бога. Э, хорош! Фонтан больше не стреляет. Не, можно, конечно, в магов попробовать поиграть, но... Мне кажется, что в арчеров тут... Ну, пока никто не прошел. Пятая волна. То есть это лучше, чем в прошлый раз. Всяко. Так что нормально все идет.
количество. Вон, эти вообще лучники уже не подбегают, они не понимают, что происходит. Danger is my trade. Все, нормальдес. Так, теперь у нас что, 150 пошли. Пошли следующие уровни арчеров. Так, следующая волна. А как ее спасти? А, вон там. То есть я на самом деле могу сюда героем прибежать. Нифига, я могу спасти ее, оказывается, реально. То есть вон, смотрите, в чем прикол. Вы поняли? Эту приколюху. Во, ништяк, я ее засейвил. Правда, у меня тут сейчас могут пройти из-за этого чуваки. Блин, и они пройдут. Или не пройдут? А ничего, что вот этого... Ну и... Да какого хрена? Он... Я успел. Да идите в очко просто за такую херню. Не, вы видели? Они просто не били, стояли по нему. Ну ладно. Пришлось прокастовать коса. Хелп, опять этот. Погнали этого тормозить. Ну, я думаю, мы сможем. Спасти эту чубзиху. Так, ладно, один случайно прошедший не считается. О, все, чубзиху засейвили. The hunt is on. Так, давай следующий этап. Так, новый враг какой-то. Так, ну этих... А, он может воскрешать и превращать в зомбаков. Но это ерунда. Это ерунда. Давайте тут этот немножко притормозить. Хотят. Так притормозили, что... Не, хотя не, нифига не ерунда, слушайте. О, нормалёк. Так, все, минус зомбак. Рейдим тут. Не, ну в принципе, что, неплохо идем пока. Так, летуны, поехали. Летунов мы не боимся. Так, все, осталось две этих хапнуть. Big guy coming through. Big guy coming through. Вот эти вот на самом деле реал напрягают. Да какого черта тут так? Да ну блин! Сволочи, твари! Я не знаю, как это играть. Ну это охренеть. Ладно, тут, наверное, надо по-другому. Тут, наверное, надо через магов играть. Потому что лучники, конечно, хороши, но не настолько. Все-таки вот эти вот говнюки, которые поднимают вражин, прошли.
Не, так а мы, может, вообще проиграем, кстати. Но мне интересно, пройдем мы или проиграем. Не, наверное, все-таки надо играть через бомбарды, вот, которые нам дали. Ну, вот эти вот. Просто не так их жестко строить, как я построил, а постепенно. Вот, так, ну ладно. Ничего страшного. Не, надо маги по-любому, потому что, ну, вот эти вот под щитами проходят. Я так понимаю, их только маги могут пробивать. Блин, да что ж так слабо-то лучники пробивают их? Не понимаю. Не понимаю. Ну ладно. Так, пойдемте спасать Чубзиху. Бля, а ему на самом деле отфигачили уже наши эти. Не, ну хотя почему? Может быть и победим еще. Не, ну мы-то победим, но это уже не три звезды. Вот в чем беда. То есть это проблема. Это вечно денег не хватает. Были бы деньги, было все ништяк. Не, ну можно, короче, заморочиться, подкопить кристаллы и просто с кучей денег попроходить эти штуки. Блин, кучу, конечно, зомби они ведут. Так, что тут можно апгрейдить? Вот так. Не, нормально, нормально, идем. Вот если бы мы там случайных не пропустили, то вообще все бы четко было. Потому что тут уже... Не, по красоте выглядит у нас на самом деле эта база. Вот. Пишешь, ракеты пробивают хорошо тех чуваков. Сейчас пропаем здесь башенки. Не, ну я так понимаю... Ой, микрофон сбил. Я так понимаю, тут уже можно забить и, как говорится, получать удовольствие от процесса. Потому что... Что никто тут уже не пройдет. Не, ну то есть этот вариант работает, но пока мы не отстроились, вот те вот говнюки имеют возможность пройти. Да, вон эти вообще убираются. Вот, опять идут вот эти вот под щитами. Не, наверное, все-таки надо ракетные эти качать. О, нормалек. Хотя что-то вот этот вот толпа зомбов, которая идет, меня немного напрягает. Толпа зомбов меня напрягает реально. А, прошла или не прошла? Пока не прошла. Ляй! Так это с двух пулеметов и не пробили. Ну с ума сойти.
Блин, не, походу мы тут вообще не выиграем. Мне уже интересно, выиграем мы тут или нет. Походу нифига мы тут не выиграем. Да, все-таки видите, идет очень много этих зомбаков. И лучниками не вариант, тут были бы бомбарды, они бьют по площади, вообще проблемы бы как таковой не было. Вот, поскольку бомбард нет, а есть только такие. Да, с лукарями, конечно, тяжко. И плюс они не пробивают еще вот этих вот. Ну, то есть пробивают, но очень слабо. Пробивают, но очень слабенько. Так, ну давайте уже последнюю волну закажем, чисто посмотреть, побеждаем мы здесь или нет. У нас осталось 7 жизек. Но это нельзя назвать победой. Я буду, конечно, на 3 звезды перепроходить. Ракеты бьют на всю карту и по воздуху. А, у этих есть ракеты, которые бьют на всю карту. Так вон, там надо ракеты прокачать. То есть мне... Так, ну ладно, сейчас попробуем твоим способом, который ты написал. Проверим, проверим твой способ. Ну, фиг знает, не знаю, мне кажется... Мне кажется, сейчас тут больше 7 пройдет. 5, 4, 3, 2. Да, все, аут. Аут, ребятки, аут. Не прошли мы этот уровень. Ну ладно, в любом случае, тогда я на этом заканчиваю. Всем огромнейшее спасибо за то, что посмотрели. Подписывайтесь на канал. О, кстати, у героя уровень зато прокачался. Давайте ему этих вкачаем, и вот этих вкачаем. Вот. Скоро у нас герой уже прокачается до фула, я думаю. Нормально будет. Ладненько, все, всем спасибо, всем пока.